Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий дал интервью, в котором рассказал, почему высокоскоростной юнибус так долго не показывали общественности и с какими трудностями столкнулась компания в процессе подготовки модуля. Делимся подробностями о том, каковы основные критерии дизайна Skyway и на что ориентируются разработчики струнного транспорта при создании концептов. На сайте чешского подразделения международного новостного агентства «Спутник» вышло интервью с руководителем отдела информации и печати ЗАО «Струнные технологии» Евгением Петровым. Приглашаем инвесторов и партнеров на конференции Skyway Capital в Лагосе и Абиджане, которые пройдут в ноябре этого года. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Высокоскоростной юнибус Skyway показали публике всего месяц назад. Его уникальные характеристики, особенно те, что касаются аэродинамики, это результат продолжительной и плодотворной работы сотрудников ЗАО «Струнные технологии», которые сумели найти оптимальное решение для высокоскоростного транспорта такого формата. Работа инженеров долгое время проходила под грифом «секретно», ведь подобные разработки могут заинтересовать конкурентов. Сейчас, когда презентация уже прошла и компания получила необходимые патенты, можно рассказать больше деталей об этом модуле. О том, почему высокоскоростной юнибус так долго не показывали общественности и какие трудности с тестированием преодолела компания, рассказал в новом интервью генеральный конструктор Анатолий Юницкий. Его полную версию вы можете посмотреть на нашем сайте. Что определяет конечную стоимость автомобиля в большей степени? Мощность его двигателя или удобство его салона и красота экстерьера? Сложно ответить на этот вопрос, но уж точно можно сказать, что дизайн транспорта крайне важен. И не только по эстетическим причинам. В транспортной отрасли внешний вид транспортного средства определяет его аэродинамические свойства, а значит влияет на эффективность и экономичность. Кроме того, дизайн влияет на эргономику, удобство пользования. О том, каковы основные критерии дизайна Skyway и на что ориентируются разработчики струнного транспорта при создании концептов, смотрите в новом видео на нашем сайте. Skyway – новый вид транспорта, который разрабатывается под руководством Анатолия Юницкого и может изменить внешний вид наших городов, наше понимание транспорта и уровень экологии. Так пишут о проекте струнного транспорта в чешском подразделении международного новостного агентства «Спутник». Комментарий о перспективах, партнерах и конкурентах проекта Skyway дал руководитель отдела информации печати ЗАО «Струнные технологии» Евгений Петров. Вот что он сказал. В Объединенных Арабских Эмиратах мы представили наши расчеты по сравнению нашей технологии с Hyperloop. В Hyperloop предложили свою транспортную инфраструктуру для маршрута Абу-Даби-Дубай. Согласно нашим расчетам, двигаться со скоростью 500 км в час на высокоскоростном транспорте Skyway люди смогут путешествовать быстрее, чем на Hyperloop, если учитывать время, которое требуется для герметизации и разгерметизации вакуумной трубы. Говоря о высокоскоростном Skyway, который сейчас близок к реализации, мы не видим Hyperloop конкурентов. Ссылку на полную версию интервью вы сможете найти в разделе новостей на нашем сайте. Уважаемые партнеры и инвесторы, приглашаем вас принять участие в международных конференциях Skyway Capital в Африке. Первая конференция Skyway Capital пройдет в городе Лагос, Нигерия, 9 ноября 2018 года. Вторая состоится 17 ноября 2018 года в городе Абиджан, экономической столице Кот-д'Ивуара. На конференциях вы узнаете последние новости о развитии компании Skyway Capital и сможете принять участие в тренингах по развитию своей партнерской структуры. Узнайте условия участия и подробную информацию об этих мероприятиях в вашем личном кабинете в разделе «События» на странице международных конференций. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.